Плохому актеру финансирование мешает. Ну где? Где ходит ваш актер? Съемочная бригада ждет его уже полчаса. Где он ходит вообще? Он бежит, поднимается уже. Бежит он, поднимается. Нет. Добрый день. Простите за опоздание. Здравствуйте. 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 Вот знакомьтесь, это Дмитрий Вячеславович, режиссер. Очень приятно. Анатолий Крупов, профессиональный исполнитель трупов. Немного юмора, чтобы обстановочку оживить. Да. А чем это у нас воняет? А это от меня. Ну, я же готовился. Да. Ну-с, где лежит мой герой? Труп, а не герой. Хорошо, где лежит труп моего героя? На скамейке, ложитесь. Угу. Погодите, а что, сегодня без мела работаем? Понял, то есть можно немножечко выйти за рамки, да? Да! А что, у трупа все конечности? Если, допустим, нет ноги, это будет дороже. Все конечности, вы просто тут умерли, лежите вот здесь, вот все, давайте. Просто лежит Ленин, а я актер. Судьба Анастасии, сцена 8, дубль 1. Начали. Я пошла выгуливать свою собаку, а там он лежит. Ну, а звуки какие-нибудь вы слышали? Нет. А, прошу прощения. Мне бы сценарий. Не могу поймать образ. Зачем вам сценарий? Мне нужно понять, как я умер. Вас отравили. Угу. Ядом? Ядом. Отлично. Быстро действуешь. Да! Курары или цианисты? Да какая разница вообще? Что разница огромна? Так, я показываю, вы выбираете. Смотрим курары. Отлично, все хорошо, давайте, курар ваш, давайте. Хорошо, хорошо, что? Это был курар, э? Показываю, ценит. То же самое. А да, ждите. Курары, отлично, все, давайте. Прекрасный выбор, да, тоже хорошо. Больше доверяю курару. Все, давайте. Хлопушка. Судьба Анастасии, сцена 8, дубль 2. Начали. Я пошла выгуливать свою собаку, а там он лежит. Ну, а звуки какие-нибудь? Дмитрий Владиславович. Стоп! Стоп! А я вообще кто? Вы никто! Вы труп просто! Кто вы? А меня кто-нибудь ждет? Никто вас не ждет! Вы никто! Вас никто понял. Не ждет! Вы просто сдохли! Здесь, на этой скамейке! Я все понял. Хорошо. Папушка! Судьба Анастасии, сцена 8, дубль 3. Начали. Я пошла выгуливать свою собаку, а там он лежит. А звуки какие-нибудь вы слышали? Нет. Может быть, КамАЗ проезжал? Нет. Бабушка. Ну, может, баяны разгружал. Стоп. Один вопрос. Просто один вопрос. Почему у нас в кадре труп плачет? Я никто, и меня никто не ждет. Показать смерть маленького человека – это гениально. Я говорю вам браво! Слушайте, браво. Давайте уже продолжим. Давайте, а я вам говорю, сдохни, урод, здесь! Прямо. Я понимаю. Сдохни здесь сейчас! Простите, ради бога, простите. Я уважать все друг друга, давайте. Хорошо. Хлопушка! Курары, да? Судьба Анастасии, сцена 8, дубль 4. Начали! Я пошла выгуливать свою собаку, а там он лежит. А звуки какие-нибудь вы слышали? Стоп! Ну, стой, может стой, быть, стой. КамАЗ с бабушками. Я понимаю, это не мое дело. Кто я такая, все лишь режиссеришка какой-то. Зачем гитара, брат? А я, вы знаете, заметил гитару, подумал, может быть, типа, моя песенка спета и все такое. Понимаю, нет. Понимаю. Символизм, да? Да. Меньше жизни, меньше жизни, меньше. Меньше жизни, просто хорошо, лежи. Понял, простите. Кусок мяса просто лежит и все. Давай, холодец, все, ты холодец, все. Господи, боже мой. Хлопушка. Судьба Анастасии, сцена 8, дубль 5. Начали. Я пошла выгуливать свою собаку, а там он лежит. А звуки какие-нибудь вы слышали? Нет. Может быть, машина с бабушками проезжает? Мне или, может быть... Стоп! Что что такое вообще? Да ну перестаньте, какая-то такая напряженная обстановка на площадке. Хотелось разрядить, а? Поднимите мне веки! Ну, дурак точно. Коля, оператор. Что? Мы можем снять просто круп на ноги, да?
у трупа крупного. А потом восьмерочкой да, перекроемся восьмеркой. Все, отлично. Ложитесь. Снимаем. То есть только ноги. Да. Тут я свободен. Да, все. То есть я могу курить. Че? Курить в кадре ты будешь? Ну, руками, губами там. А ноги мы... Гранит! Пошел вон отсюда. Дмитрий пошел Вячеславович, вон. Это самый дорогой труп! Ты что, он играл в фильме «Кухня в Париже. Труп курицы». Да! Да вы что? Я не знал, честно. Простите меня. Простите меня. Простите, простите. Простите. А вот сейчас пошел вон. Давай, 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 давай. Саш, давай. Садись на его место, ложись. С одного дубля запишем сейчас и все. Блин, как... А, молодой человек, как вас там? Вернитесь, пожалуйста. Опомнились? Да. Специально для вас переписали сценарий. Надо сыграть труп звукооператора. Сможете? Пожалуйста. Да уж, конечно. Давайте. Значит, роль такая, очень героическая, такая символическая. Вы снимали фильм «В Арктике» и замерзли прямо на рабочем месте. Знаете, в глазах ужас, боль и чувство ответственности. Сможете? Занимайтесь своим делом. Судьба Анастасии, сцена 8, дубль 5. Начали. Я пошла выгуливать свою собаку, а там он лежит. Ну, а какие-то звуки вы слышали? Нет. Ну, может, скажите, а моему трупу сколько? Нет, чтобы понимать. У нас что здесь? На этой скамейке Мирхольдом намазано, что ли? Так, перерыв 30 минут.